Запись врубил. И поехали. Нам важно скрыть все ненужное. Открываем 3D-вид, потому что мы экспортируем в Max только из 3D-окна. Только. Не с плана, ниоткуда, а вот только из 3D. И смотрим, что лишнее, что нам не нужно. Вообще, плюс Макса в том, что у него есть тущие модели, прям просто куча всяких разных моделей, материалов, всего что угодно. Поэтому мебель мы обычно из Архикада не экспортируем в Макс. Но в Максе довольно сложно сделать подгонку по размерам точным. Поэтому, например, корпусная мебель, включая кухню, ее лучше оставить. Потому что в Максе подогнать скачанную модель под ваши точные размеры довольно сложно. Поэтому я бы сейчас оставил кухню. Ну, шкафы мы подгоним. А вот всю мебель и сантехнику, кроме кухни, я бы убрал отсюда. Потому что в Максе мы вставим свою новую, которую найдем в интернете. Поэтому нужна только коробка, да? Да, только коробка. В принципе, окна, двери тоже можно в Максе заменить. Потому что если вас не устраивает качество, что в архиваде модели довольно топорные, сейчас я приближу, они такие низкополигональные, и на рендере это будет убого. Просто видно грани, видно полигоны. Вот диван, видите, какой убогий, стрёмный. Поэтому сейчас нам важно, главное, это сделать в архикаде так, чтобы у нас было видно только то, что мы экспортируем в Max. То есть мебель и сантехнику мы убираем. А, во-первых, я сейчас вытащил бы сюда панель слоев в интерфейс, потому что с ней намного удобнее. Чтобы какую-то панель вот сюда вытащить, я иду в окно, панели, и самая нижняя панель слоев. Нажимаю. Она здесь болтается. Хватаюсь за левую сторону. Курсор вижу, что 4 стрелочки. И потащил. Затащил куда мне удобней. Что она умеет? Например, я выделяю слой с мебелью. Вернее, не слой, а какую-то мебель. И с шифтом сантехнику. И нажимаю кнопку «Другие слои закрыть». И все слои, которые не выбраны, они закрываются. Я вижу, что вот здесь у нас есть и сантехника, и мебель, но и стены. Потому что стены, скорее всего, в слой архикад. А слой архикад нельзя закрыть. Там не закрыть, не удалить. Сейчас покажу. Вот слои, вот слой архикад. Видите, он серенький. Его нельзя ни удалить, ни закрыть. Поэтому то, что в слой архикад, лучше отсюда убрать в другие слои. Я просто возьму и выберу все в этом слое и запихаю в другой слой. Как это можно быстро сделать в архикаде? С помощью команды «Найти и выбрать». Вот это вот. Либо Ctrl-F английская, либо «Найти и выбрать» здесь. И здесь я что делаю? Вот тип элемента – это все элементы, все, что есть. И добавляю критерий «Слой». То есть я выбираю слой архикад и все объекты в нем. Пишу «Слой». Вот вижу модельный вид «Слой». То есть это критерий, который мне позволяет выбрать все в слой архикад. Понимаете, что все типы, то есть все-все-все, но в слой архикад, только в нем. И нажимаю плюс «Добавить». Вот, все выделилось. И теперь, смотрите, у нас тут разные типы элементов. Есть стены, есть это по ходу колонны, есть перекрытия. Мы можем запихать в другой слой только один тип. Вот отсюда. Смотрю, что это стена, только стены. Чтобы запихать в другой слой все элементы разных типов, там и стены, и колонны, и балки, и ограждения, и объекты, мы выполняем такую команду. Идем в редактор, параметры элемента, редактировать выбранные элементы. Раньше кнопка была на экране, прямо здесь удобно, но потом ее убрали, потому что она не самая ходовая. Тут можно что сделать? Запихать все элементы сразу в один слой и поменять их цвет. Цвет пера именно вот здесь. Все это нам не особо нужно, следующее, всякие там критерии, свойства и прочее. Но мы пихаем в другой слой, ну, допустим, какие-нибудь стены, вот, сены несущие, да, в сены запихаем. Все, запихали. И теперь, смотрите, вот у меня здесь есть вся сантехника и вся мебель. И мне нужно выбрать здесь или только кухню, или все, кроме кухни, и запихать это в другой слой. А этот слой скрыть. Возьму, выделяю кухню.
Вот так я выбрать смогу с чем-то еще лишним. Поэтому зажимаю Shift и раз выделяю то, что лишнее. Все. Тоже лишнее. Выбрал только кухню. И запихаю ее сразу тоже в другой слой. В принципе, в любой слой. Только не в этот. Опускает те же сены несущие. Все, теперь есть кнопка вот здесь же в панели слоев поменять открытые и закрытые слои. То есть инверсия. Открытый скрывается, скрытый открывается. Нажимаю. Хоп, все. У нас здесь уже мебели и сантехники было бы быть не должно, но она есть, потому что у Лены почему-то они в двух слоях лежат. Скорее всего, это из-за чертежей, что они и там, и там. Нет. Это та же самая картинка. Просто у Лены в файле почему-то мебель и сантехника дублируются в разных слоях. Поэтому это слой я тоже закрываю. Нет. Я же уже с этим работал файлом. И слой светильники тоже закрываю. Светильники нам здесь не нужны. Мы их в Максе скачаем и вставим заново. И сантехнику тоже. Выделяю сантехнику. Нажимаю закрыть этот слой, вот он, слой выбранных элементов, закрыть, все, готово. То, что по бокам, это в том же слое, ничего страшного, потому что мы можем взять, выбрать то, что нужно, нажать клавишу F5, и все, невыбранное скроется. Вот это то, что за окном, тоже явно мне не пригодится. Раз выделяю, жму F5 еще раз, все, поскрывал, это тоже не нужно. И, в принципе, трубы за подшивки мне тоже не нужны. Хотя пофиг, будут или не будут. Все, еще раз F5. Все, теперь только то, что мне нужно. Только коробка и только кухня корпусная. Затем я бы разбил стены в архикаде, потому что у нас одна стена идет и в кухне, и в ванной, и в санузле. И поменять материал стены можем только за раз, одновременно везде, и там, и там, и там. А у нас будет на кухне, скорее всего, кафель, в ванной другой, в санузле третий. Поэтому стены мы рубим. Скажите, а каким элементом здесь мы трубы сделаем? Значит, стены мы рубим. Почему, понятно? Потому что у нас материал стен будет, скорее всего, в разных комнатах разный, естественно. Беру стену, нажимаю топор, разделить, и жму по грани стены, по которой разбить. Либо по этой, неважно. Жму на грани. Это курсор Mercedes, не галочка, а вот такой вот трилистник. И глазом жму с любой стороны, неважно с какой. Хоп, разрубил. И рублю еще раз. Топор на любой грани, либо этой, неважно. Нажимаю, глазом с любой стороны, разрубил. И так все остальные. Escape, еще раз Escape. А зачем это делать? Для того, чтобы можно было поменять материал стен в разных комнатах разных. Чтобы на кухне у нас были стены одни, а в санузле другие. Потому что иначе у нас одна стена будет одинаковая везде, во всех комнатах. Тоже выделяю стену, топор, щелкаю на грани, глаз с любой стороны. Еще раз топор, грань, глаз. Не порубилось. Еще раз. Оп-оп. Все, порубилось. Почему-то у нас в гардероб нет ни одной двери. Ну ладно, фиг с ним. Речь не об этом. А? Санузел тоже нет. Так, ну-ка. Санузел. А, она вообще находит на стенку, на перегородку. Еще стена дублируется. Свет отсвечивается, там где-то проем какой-то. Вот это? Ну да. Это свет из двери. Там вот дверь какая-то пересекает стену. Вот я вижу, что тут две стены. Вот судя по этим артефактам, тут две стены. Поэтому эту я либо удаляю, либо слой прячу. Лучше удалить. Зашибись. Так, эту стенку я подгоняю вот сюда. Можно либо на глаз, но только за толстую синюю линию. Только за нее. Вот не за эту линию, не за эту, не за эту, а только за толстую синюю. Мы можем стену менять. Либо нажимаю вот эту кнопку «Базировать» и щелкаю опять же на грани другой стены. И подгоняю стену под другую стену. Переставляю двери в санузел. И в ванную. Ой, и тут налазит. Так, ладно, это я сейчас поудаляю.
Это что, холодильник? Скорее всего, потому что тут разные слои, разные варианты были. Они просто наложились друг на друга. Удаляю. По-моему, тоже. Что-то посередине стены не было. Что-то... Вот этой? Да. Вот этой. Так, это слой демонтаж. Поэтому давайте лучше его просто скроем. Стену выделяю и скрываю. Просто было открыто, ну, создали изначально какой-то слой, где вот только финальные стены. А вот непонятно, видите, это не мой файл, поэтому я не знаю, где что. Попытки будет проще для себя так, да, делать? Сделать. Если файл чужой? Нет, если самому свой файл. Если ты работаешь со своим файлом, то лучше же сделать сразу нормальный слой, в котором не будет вот... Конечно, естественно, да. Но разбивать все равно придется. Топором? Ну как, можно сразу рисовать изначально отдельными стенками по комнатам, но я думаю, что не обязательно вообще. Одним объектом, да. И что в Максе можно разбить тоже, но это сложнее просто, чем в Архикаде. Поэтому разбиваем здесь. Сразу отдельными стенами, да, а, да почему мучиться? Ну, объект же может быть большой. Ну, если прям большой-большой, тогда, ну... Мне кажется, быстрее сделать стены одной стенкой уже, а потом... Разбить. Потом разбить, да. Мне так кажется. И разбивать, конечно, удобнее на плане, а не в 3D. Это факт. Потому что 3D спутано. Так, что тут... Сделаем сейчас дверцы в санузел и в ванную. Беру пипеткой свойства этой двери. Нажимаю Alt. Курсор пипетка. Взял свойства. Стеклянные, конечно, не будем делать окна в... Вернее, двери в санузел и в ванную. А потом изменим. Втыкаю дверь в ванную и в туалет. Сейчас поменяем их тип. Выделяю со шифтом обе двери. Открываю их свойства. Вид ставлю 3D сразу, чтобы было видно, что я меняю. И стекло меняю на глухую поверхность, глухую створку. Либо листаю здесь, влево-вправо, и нахожу здесь вид двери. Либо открываю свойства, как бы список всех параметров, и нахожу. Нас интересует тип заполнения двери. Тип полотна двери. Вот, нашел. И здесь я нахожу глухую дверь какую-нибудь. Например, вот такую. Вижу глухая, да, окей. Ставлю. Можно сразу добавить ручки еще сюда. Открываю свойства. И поставим еще ручки. Открываю список. Ищу здесь что-то связанное с ручками двери. А зачем еще сделаем, если максимум будем все заменять? Двери, окна не обязательно, я бы их оставил. Мебель, да, прям стопудово. Сантехника, скорее всего, тоже, да. Вот двери и окна. В принципе, тут нормальный более-менее в Архикаде. Какую-то ручку ставлю. И смотрю, что у нас подоконник есть здесь в зале, на балконной двери и окне, а в окнах, в спальне и на кухне подоконников нет. Поэтому тоже поставим. Выделяю окно со шифтом второе, открываю свойства и в свойствах нахожу подоконник. Раскрываю список. Ищу подоконная доска. Вот она. Нашел. Врубаю галку, активирую ее, чтобы она появилась. И что задумался? Оп, появилась. Окей. Подоконники есть. И я бы сделал сразу здесь плинтусы и карнизы, потому что в Максе их сделать тоже довольно быстро, но если они будут в Архикаде изначально, то мы можем их делать и ведомости, измерять их по ганаш. И отображать на разрезах, на развертках. Поэтому лучше делать их, конечно, сразу в Архикаде. Карнизы и плинтусы. Как вы знаете, это сложный профиль. Мы проходили. Вообще это не делаем тогда. Сложный профиль мы проходили, точно. Я что-то такого не помню. В вашей группе, может, делали. Сейчас. Стены мы разрубили, но... У нас они из одного материала до сих пор. Сейчас я дорублю стены еще, вот эту дорублю. Покомнатно. И назначаю разные материалы на разные куски стены. Потому что если материал один, это будет один объект. Потому что при экспорте из Архикада в Макс, а все, что одного материала, будет одним объектом. То есть, если у нас в Архикаде одно дерево на подоконниках, рамах
и фасада к кухне. Это будет один объект в Макси. Можно разбить сразу в Архикаде, а можно в Макси потом. В принципе, и так одинаково быстро, ну или долго. А стену я сейчас сразу разделю по материалам. Выбираю другой материал, любой, неважно какой. И разделяю таким образом на объекты. Это все у нас будет один объект в Макси, но мы потом поделим уже на отдельные плоскости, отдельные стены. Все эти стены мы разбили. Так, вот эту. Ну ладно, пускай это будет одна стена, неважно. И смотрим, во-первых, чтобы у нас не было ничего лишнего, а самое главное, чтобы у нас не было ничего, никаких косяков, там ни дырок, ни щелей каких-нибудь. Ну, вроде все нормально. Лишнего ничего нет. Косяков, щелей, отверстий ненужных, непонятных тоже. А, вот что-то непонятное болтается на полу. Удаляю. Зачем вы вот эти стены другим материалом делали? Потому что в Максе, если материал один, это был бы один объект. Мы не смогли бы сделать разный материал в разных комнатах. Разное покрытие стен. Поэтому все готово. И сохраняю его уже для экспорта в Макс. Файл сохранить как? Тип файла выбираю FBX. TwinMotion. TwinMotion, в скобках FBX. Это формат не только TwinMotion программы, но и любых других. Он понимается везде, и в Archicad, и в 3D Max, и в SketchUp, и в Blender. FBX. И жму как назвать, куда сохранить. Сохранить. Настройки экспорта. Выбираю галки с оптимизацией. Потому что это упрощение объекта, нам это не нужно. Выбираю обе галки под оптимизацией, жму ОК и запускаю Max. Max у меня уже запущен. Тут важный момент, что у Max есть настройки по умолчанию. Как в Archicad есть настройки, так и у Max. И у Max по умолчанию они корявые, неудобные. Поэтому намного быстрее использовать шаблон. То есть настроенный файл уже кем-то, например, мной, где у нас уже стоят миллиметры, стоит корона рендер сразу, стоят все настройки, которые тут будут нужны. И многие дизайнеры, многие, кто Максом пользуется, они каждый раз настраивают файл при запуске. Прям почти все, что удивительно. Так вот, нам нужен один файл, сразу сюда загружаем в Макс и уже в нем работаем. В него уже закидываем из Архикада модель. Там уже все настроено. Я вам в группу скину настроенный файл, шаблон, который мы сейчас и откроем. Файл open. И нахожу наш настроенный уже шаблон. Где миллиметр, где корона рендер, где там уже есть солнышко, есть камера и прочее. Сейчас вспомню, где он находится. UP43. Да, вот он. Шаблон корона 2018. Чтобы у всех открылось, на всякий случай. 2018 версия. Потом скину ссылку, касается шаблон по умолчанию, чтобы у нас при запуске Макса он сам открывался всегда. Если Макс запустили, он уже открылся сразу. Тоже урок записан, повторять не буду. И еще в Максе всегда бывает, ну прям очень часто, что вот куча всяких окошек, там предупреждений. Мы всех обычно закрываем. Просто закрываем. Так, и теперь настройки интерфейса Макса. Чтобы что нам не нужно, поскрывать. Вот он, Макс по умолчанию. Интерфейс. И я сейчас скрою то, что нам не пригодится для работы. Чтобы было больше места, чтобы было виднее нашу сцену. Навожу курсор на белую полоску. Либо сверху, либо слева у панелей. Жму правой кнопкой. Отжимаю верхнюю галку, и это скрывается. Это не нужно. Правой кнопкой отжимаю галку. На белую полоску, правой кнопкой галку отжимаю. И сюда вот, на белую полоску. Это тоже скрываю. Все, интерфейс настроил. Так, теперь еще у нас не видно инструментов коронный рендер. Что это вы знаете, да, коронный рендер? Что это такое, знаете?
То есть в Максе есть разные рендереры. Это то, что делает картинку. Есть V-Ray, может, слышали V-Ray. Есть Corona Render, есть еще куча других. Дизайнеры и архитекторы работают либо в V-Ray, как я, либо в Короне, как большинство, что нам проще. И мы должны здесь поставить, что мы будем делать рендер именно в Короне, а не в чем-то другом. Сейчас я это врублю. Офигеть. И тут у меня короны нет. Зашибись, блин. Сейчас запись вырублю.